Челы, заходите на стримы. Тут у нас, кстати, какой-то столб сейчас будет. Какая-то башня интересная. Башня Сарумана. В Изенгард просто бежим. О, слышите? Тут надрачивает. Пойдем поприветствуем. Больно, как же больно. Мои руки и ноги. Вместо них кровавое месиво. Как больно. Невыносимо. Бейл. Мерзкий Бейл. О, воплощение кошмара. Во мне еще теплится жизнь. Скоро я полакомлюсь твоим сердцем. Помяни мои слова. Ты тоже познаешь страх. Пока не знаю, что с этим мужиком делать. Может быть, мы вернемся и поможем ему. Опа. Фантом какой-то, что ли? Древний человек-дракон возвращается в свой мир. Гоу костру опять появится, думаете, да? Может быть, он ночной? Может быть. Слушай, а тут данж начинается. Не, погоди, тогда пока не будем. Начинает вторжение. Давай, вот он идет. Здорово, древний человек-дракон. Древний человек-сосатель, может быть. А лут? Лута не будет? Так, ну давайте почекаем этот данж. Драконья яма. Так, тут прям полноценный данжик уже идет. Лут будет тогда, когда вторгнется человек-дракон. Полноценный данжик. Аккуратненько, тут легко свалиться. Данжик, судя по всему, будет не маленький. Эта штука в радиусе огромном работает. Был бы звук, я думаю. Резня. Ебать дамаг. Мне пизда. О, господи Иисусе. Два этих эль-гиганта, это жестко. Хорошо, с этими ребятками разобрались. Пойдем сходим наверх, посмотрим, что тут у нас. О-о-о-о! Макарена! Старый добрый наш друг Макариус. Макариус Эль-Ебариус. Хорошо, выбил. Отдыхаем.
Драконье сердце и драконий кузнечный камень. Смелее, не бойся. Я и не боюсь. А, прыгать типа? Или тут проход? Смелее, не бойся, не боюсь. Пиздец. Как тут? Что вообще за нахер? Куда мы упали? Лады, к боссу упали. Поехали. Драконий... Древний человек-дракон. Это он. Он вернулся. О, боги. Вот это дэмэдж. Похоже, теперь он не на шутку разозлился. Слишком медленный. Увы. Тихонько. Макаровая. Макаровая какая-то спылуха. Нет. Домой. Это человек-посос. Большая катана дракона-охотника. Это мы смотрим. Это мы смотрим. Накапливает кровотечение. Большая катана. Смотрите, две катаны и обе накапливают кровотечение. Скейлы у них одинаковые. DD. Теперь мы можем почекать мувсет этих двух катан. Такая вот зубчатая. Красиво выглядит, да? Такая зубатая катанка. Мувсет весьма неплохой. Большая катана с лезвием, усеянным каменными шипами. Оружие древнего человека-дракона из драконьей ямы. Обладает силой в борьбе с драконами. Когда-то древний человек-дракон был воином драконьего причастия. Он определял, достоин ли претендент отведать плоти ужасного. Особый навык – ранение дракона. Техника для охоты на огромных драконов. Покройте свое оружие призрачной аурой. А затем подпрыгните и нанесите рубящий удар. Заряженный навык стреляет аурой. Ага, то есть можно заряжать. И вот так стрелять еще, да? И мы выбираемся в лес. Подножье зубатой горы. О, так это же путь к дракону. Я бы сходил сюда. Ни хрена, тут сколько этих драконов? А, это мертвые, что ли? О, нифига, смотрите, он их типа заразил. Острая чешуйка. Давайте вот этого убьем тогда. Дракон зубатой горы. Обычно. Кстати, урон, смотрите, какой бешеный наносит, да? Потому что это типа катана против драконов. По идее, очень много урона наносит. Ай-яй-яй-яй-яй.
Да иди ты нахер с этим ваншотом, говна, ну мужик. Быстро он во второй раз репостнулся. Так, могучий враг повержен. 90 кадушек. Плоть с драконьей чешуи. Ну-ка, давайте глянем. Увеличивает жизненную силу, стойкость, силу и ловкость. Горячий кусок мяса, срезанный с внутренней стороны чешуи, которая, как считается, покрывает тела пожилых драконов. Если съесть в таком виде, оно на время увеличит жизненную силу, стойкость, силу и ловкость, но будет постепенно снижать ОЗ. Драконий жар пьянит рыцарей драконов сильнее любого вина. Здоровые щенки. Привет, Тублик. Зеленый Локи? Не знаю, нет, наверное, еще я не доходил. Ёб твою душу, ты посмотри на эту дракошку. Здоровый, сука, баклажанчик. Смотри на его глаз вообще. Демонически бешеный такой глаз. Шоковый, я бы сказал. Великий алтарь драконьего причастия. Вот оно что. Тут смотрите непись. Истинный рыцарь. Представь, как высасываешь драконью сущность из бьющегося сердца древнейшего и подлейшего представителя их племени. Вот это настоящее причастие. Ты полностью утолишь свой голод и поглотишь душу дракона. Поглоти драконью сущность. Да, в этом вся суть. Отправляйся на поиски Зубатой горы. Там ты найдешь Бейла, древнейшего и подлейшего из всех драконов. Бескрылый рыцарь, воплоти свою мечту и срази это мерзкое чудовище. Поглоти его бьющееся сердце. А я дарую тебе силу для этого подвига. Во имя моего повелителя, Пласиду Сакса. Благословение древнего дракона. Истинный рыцарь, что же желает твоя душа? Спросить о Бейле. Много веков назад Бейл восстал против владыки драконов. Прежде чем поспешно сбежать, подлый предатель напал на нашего хозяина и тяжело его ранил. То есть он реально ранил его, ни хрена. Так он стал заклятым врагом нашего рода. С тех пор плоть Бейла и его потомков используется в драконьем причастии. Бескрылый рыцарь, мой владыка Пласиду Сакс указал твоим собратьям путь. Прими причастие, утоли свой звериный голод. Почувствуй, как в твоем ничтожном теле пускает корни драконья сущность. Причастие сердцем Бейла. Сердце Бейла. Смотрите, за его сердце можно будет злобу Бейла создать. Колдовство 49. Это, блядь, на нас. Пробуждает ужасного дракона, чей рев откатывает противников волной жара. Огненная молния Бейла пробуждает ужасного дракона, чей коготь наносит урон огнем и молнией. Два спелла на колдовство. Охренеть. Это жёстенько. На время повышает общее сопротивление, тратит ОК. По-моему, это полное говно. Это как вот эта вот тема от тяночки, которая тебя обнимает. Усиливает сопротивление любому урону, в том числе физическому. В качестве дополнительного эффекта также усиливает сопротивление при защите. Тратит ОК.
Каждую ночь жрица приносит свой сон в жертву повелителя, а сама не смыкает глаз. За это он удостаивает ее благословения. Так. Это безумчик полноценный. Так, ну это уже дальше к горе, походу. Стойте. Миядзаки, не шали. Не шали. Шалишь. Шалишь, блядь. Шалишь, сукин сын. Там же был ветерок. Я должен был выжить. Ух, тут шторм, ребят. Дует ветерок. Так, тут еще какой-то драгон. Он с кем-то дрался, что ли, или что? А, они дерутся, драконы Ватгара. Они дерутся. Я могу посмотреть на файт, ребят. Охренеть, а тот обузит, тот пользуется его, смотрите. Пользуется его положением и просто поливает пламенем. Хорош, хорош, удачного стрима. Ладно, ребят, на кого ставите, на босса или на мини-босса? На самом деле шансы есть у всех, мне кажется. Хотя мини-босс сейчас немножко проигрывает. Похоже, мини отлетает. Да, мини умер. Получается, косплей... Нихуя себе, а если бы я напал в момент, блядь, их честного файта, кем бы я был тогда? Косплеишь, блядь. Тут-то хотя бы раз на раз. То есть, по-вашему, если бы я залетел, когда они вдвоем сражались, и одного бы начал пиздить, было бы честнее, да? Вы и есть, блядь, детишки Бейла, походу. Отлетай. Хе-хе-хе, говорит. Ничего себе. Вот истинный рыцарь, каких не сыскать. Могучий рыцарь-дракон. Игон, жалкий Игон. Неужели ты забыл? Воскреси прошлое. Стань тем, кем когда-то был. Когда ваши сердца не знали страха. Ах, рыцарь-дракон, друг мой. Исполни мое последнее желание. Возьми этот палец. Мой палец. Взойди на зубатую гору и разыщи Бейла ужасного. А как разыщешь? Призови меня. Призови мою душу. У меня нет ни рук, ни ног. Мое сердце переполняет ужас. Но я все еще рыцарь-дракон. И моя душа до сих пор покоится на той горе. Скрюченный палец Игона. Гордый рыцарь-дракон, молю тебя. Зайди на зубатую гору и разыщи Бейла, как разыщешь, призови меня. Призывает рыцарь-дракона Игона, используя его знак.
Серая плоть почти лишена крови. При встрече с Белым Ужасным призывает рыцаря дракона Игона из его знака. Моя душа до сих пор покоится на той горе. Его нужно обязательно призывать, чтобы то было, он все равно много не вносит. Я не хочу призывать. Схуя ли он много не вносит? Там будет дух прям полноценный. Ёбаный рот. Осколок древа упадка. Угу. Но это не Бейл, очевидно. Или Бейл. Кто ты? Древний дракон Сене Сакс. Окей. Это один из тех драконов, которые передними лапами кастуют АОЕшку. Блин, не знаю, может быть здесь лучше сражаться без коня? Ну, либо на коне, но очень внимательно следить за его передними лапами. Блять. Ну, атака на развороте, это, конечно, пиздец. Блять. Он даже так на развороте дает. Пиздец. И как эту мразь убивать нормально? Пол хп только снесли. Да, бля, и как эту мразь нормально убивать, непонятно совершенно. Как же эту мразотину вообще хорошо убивать? Серьезно? Хлопаем аккуратненько. Схуяли? Чё, блядь? А чё это? Рандомный просто молнии. Он какую-то атаку, походу, на второй фазе, что ли, завязал? Просто рандомные, сука, молнии прилетели с разных сторон. Я умер. Блядь. Ебаный дракон какой-то просто максимально хуёвый. Просто максимально хуёвый, блять. 200 кадуш там было, да похуй на самом деле на кадуши. Ну чем он, сука, дамажит? Да это пиздец, блять, ну ты издеваешься. Вот это душка, конечно. Вот, ну это просто вот уёбищный сам по себе вид босса. Это причем не новый босс совершенно, да? Это как бы босс из оригинальной игры. Таких драконов как бы, ну и в оригинале несколько штук вроде как. Но у него статы здесь ёбнутые. Не знаю, здесь честно такое как бы. Защита от молний как будто ничего не дает. Ой, это пиздец, конечно, просто этот ебаный, блядь, дракон, это просто пиздец. Да ебать, ну это пиздец. Ну это абсолютно рандомная хуйня, я даже не вижу, какую атаку он делает. Если бы можно примерно понимать, что он будет вообще вытворять.
Блин, Дота! Да ну иди нахуй, рандомная хуйня! Сука! Ну пиздец, ну просто рандомный залупой достал. Ну как так-то? Я же достаточно далеко отошел. По-твоему, камни, которые падают на голову, упали нахер, да? Так, это походу оно... Блять, надо съебывать. Хорошо. Аккуратно. Немножко вроде осталось. Окей. Давай, сукин сын, домой. Какой же ты душный уёбок. Это был самый душнейший пока что босс, блядь, из всех. Ну, это как бы повторный босс, но он просто сам по себе очень гнусный. Погнали. Надеюсь, сейчас будет качественный босс. Надеюсь, сейчас будет просто жесткий, красивый, сочнейший боссярик. От которого мы кайфанем после этой душки, блядь. Поехали. Да, благодать тут все-таки была. Да это худший дракон вообще. Это из всех драконов... Блядь, почесал головушку, сука! Как же я не вовремя. Ладно, пошли на третий круг, чуваки. Это худший пока что из всех драконов в игре, в принципе. Вот этот вот прошлый дракон, который был. Это, я не знаю, это просто какая-то... Душамбе, нахрен. Его еще специально разместили так на локации с водой, чтобы молнии вот его растекались, да? И максимально было хуёво. Так, мы почти на вершине, ребят. Погнал. Еще одна благодать. Хорошо. Это арена босса. Естественно, перед боссом нужно сделать ритуал. Обязательный ритуал. Ритуал по групповому, так сказать, облегчению мочевого пузыря, ребят. Поэтому давайте сделаем ритуал и вернемся. Поехали. Все, поехали, чуваки. Спасибо огромное, Вайдогам. Спасибо большое. Спасибо. Арена похожая на арену Малинии, как будто, да? Красные вот эти травки. Большая круглая зона. Это говорит о многом. Будет ли мувик какой-то, или он сразу прилетит? Он сразу прилетит. Ёбарь. Моего ебала уже нет. Бега он пухленький, толстенький такой, смотрите, чомпи дракон. А у него тоже что-то как будто отрубленное, не? Мне кажется, ли у него тоже какие-то раны? Походу, Посейдусакс-то его тоже покарал. Ваншот. Урон, бля, интересный, конечно, ваншотик. Чистый, да? Выглядит как полный пиздец, конечно. Бля, есть у меня ощущение, что, конечно, все-таки
Сюда надо позднее идти, как будто бы. Есть у меня ощущение, что сюда надо идти с большим прокачем DLC-шным, да? Потому что то, что вот все его атаки ваншотают, это выглядит как полная хуйня. Да, это пиздец. Это пиздец. Походу надо влево бежать именно. Пиздец, эта комба не панишится, вы прикиньте, эта комба просто, сука, не панишится. Это полный бред. Пиздец, вот как раздражает, что нихуя ты не можешь по нему попасть. Это отвратительно. Пока единственное, что мне не нравится в этом боссе, это то, что по нему хуй попадешь. У него голова супер высоко, блядь, для того, чтобы бить. Копьями его вообще не будет, ну, невозможно атаковать. Лок у него только на голове. Типа, играть без лока будет немного неприятно, учитывая, что постоянно он то парит, то что-то делает, то вращается, блядь, то отлетает. Это пиздец. Да, ему бы, сука, шею немножко подлиннее, серьезно. Вот реально, ему просто бы чуть-чуть подлиннее шею сделать, чтобы по его голове хотя бы было бы... Да какой мидир? Причем здесь мидир-то? Че, все драконы мидир, что ли? Причем здесь мидир? Вообще не похож на мидира. Не, ну в принципе... Получше, чем катанами, конечно. А где прикат-то, алло? Спасибо, Лил Брак, спасибо. Снижать дамаг от него, про которую один из чатерцев писал. Какой дамаг? Какую ту штуку, которая снижает дамаг от него? Я не знаю, что за штука. Не, нормально. В принципе, копьями атакой в прыжке более-менее неплохо. Прокает кровоток. Нет, фантом не хочу звать. Да ебать, мне пизда. Сука, попался под все шары. Короче, когда шары спамятся, надо походу крутиться спиралью просто, что ли, не знаю. А еще и взрыв кастуется. Это пиздец, нахуй. Это чё за хуета просто? Что это за пиздятина была только что? Как это доджить, сука? Как эту хуйню вообще задоджить? Это просто кошмар какой-то. Просто кошмар. Чего, блядь? Как он очень меня задел? Не, босс бесспорно охуенно выглядит и вроде круто, но есть в нем одно но. По нему хуй попадешь. У него очень хуёво сделанное, как бы... Ну, вот у него очень хуёво сделанная его моделька, чтобы по ней попадать. Очень хуёво.
Это огромный минус. Блять. Пиздец какой. Просто, блядь, 9 промахов из 10. 10, сука, блядь, попыток попасть по нему и 9 промахов из 10. Это так, на самом деле, вот прям раздражает, что ты... У тебя, по сути, один шанс атаки каждые там 15 секунд, блядь. И этот шанс проебывается от промах, потому что он, блядь, то голову немножко повернет, то еще что-то, то туда и то сюда. Да, блядь, ну это невозможно, нахуй, сука, меня прям аж трясет от этих промахов ебаных. Это пиздец какой-то, по нему нереально попасть. Ну это прям пиздец полный, ну как же так можно было хуёво сделать модельку? Так, получается, смотрите, когда он делает, он как бы делает плюсик, по сути, такой. То есть он подлетает, сначала по горизонтали, немного как бы с завитушкой, да, делает пламя. Наверное, нужно по диагонали бежать налево, вот так вот. А потом, когда он делает вторую хуйню, нужно максимально бежать, наверное, максимально влево, не по диагонали. Когда бить-то, блядь? Не, пизда. Ну, блядь, вот от этого лазера, сука, самое главное, как уклониться-то нахуй? Ладно, от первого, допустим, перекаты назад спасают. Как бы, как будто бы с молитвой божьей спасают. Но от этого второго лазера, сука, как спастись? У нас все смерти на одном и том же моменте. Все смерти на одном и том же моменте. Ну, то есть это реально вот для нас как бы момент, стена непонимания, что делать. Пока мы не поймем, что делать, блять, невозможно это пройти. Потому что просто это инста-ваншот. Но это чисто на везении, блядь. Чисто на везении. Ваншот. Ну, это чисто на везении. Это, конечно, хуйня, что... Пока только на везении получается. Так, ладно, фулл фокус. Full focus. Ну охуеть, он, блядь, меня в стену зажал, сукин сын. Блядь, это пиздец. Как же он себя по-гандонски иногда ведет? Просто вот максимально нахуй по-гандонски иногда он себя ведет. Он ведет себя порой так, что у него, блядь, комбухи из атак, которые вообще запанишить нахуй никак нельзя. Чисто может несколько комбух сделать таких, которые ты просто, блядь, не сможешь атаковать. Просто никак, нахуй. Просто он будет сочетать и сочетать эту хуйню бесконечно. Из бесконечных, блядь, атак, от которых нужно перекатываться. Это пиздец ебаный.
Блять, как же вот порой он не дает похилиться вообще нахуй. Просто, блять, не дает похилиться, сука. Комбит и комбит без остановки, сука. Сколько у него атак вот сейчас было? Казалось бы, должна быть просто вот после этой атаки сейфовое окно ебаное, чтобы, блядь, похилиться. Но нихуя подобного. Нихуя. Он продолжает, блядь. Он просто продолжает. Это пиздец какой-то. Сука, это просто пиздец. У меня жопа вот с этой хуйни сгорает. Он делает 10 ебаных атак. 10 нахуй ебаных атак. У меня открывается хоть один единственный, блядь, шанс за 10 ебаных атак, сука, нанести урон. И я, блядь, промахиваюсь еще, потому что у него головешка ебучая на небе висит. Я застрял в его крыле. Не было хп, чтобы это пережить, увы. Если бы я не застрял в его крыле, я бы пережил эту хуйню. За ваше здоровье и за мое очко. Ай, пошел, рази. Пошел, рази. Пошел. Пошел. Уга. Па. 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 Уа, спасибо, спасибо, ребят. Спасибо, грусть, спасибо. Как же у меня горит с Бейла. Да, спасибо, грусть, спасибо, Межжуди, спасибо огромное, ребята. Ну, блядь, как меня вот это начало бесит, когда он тебя задевает. Блядь, это я не хочу... Ну, это просто пиздец. Давай рестарт, нахуй. По какой-то причине он иногда тебя задевает, сука, когда ты входишь на арену... И вот этим вот прямым дыханием он тебя почему-то иногда задевает. Хуй знает почему. Просто как будто бы, блять, не знаю, баг какой-то. Блять, хп не было полное. Сука, проблема этого ебаного босса в том, что на нем нужно... Преимущественно всегда держать хп полным, потому что есть атаки, которые тебя ваншотят. Если у тебя не фулл хп. Ну, по крайней мере, на моей стадии. На моей стадии, по крайней мере, прокачки. Опять трай хуйни полный. Опять все через жопу идет. Максимально. Ну, хоть разочек кровоток прокнул. Ну, трай опять говно. Опять вонючее говнище. Что, блядь? Чего вообще? Чего, блядь, вообще? Что меня задамажило? Чё за хуйня? Чё вообще меня задамажило только что? Почему сейчас он дышит-то пламенем?
Ну хоть выжил. Еще один рывок, сука. Он издевается надо мной. Поток меня сбил. Я только не кусательная атака. Как же он хотел в конце насрать, конечно, это просто жесть. Как же он хотел просто насрать в конце всякими способами. 500 тысяч кадуш за него дали, да? 490. За ваше здоровье и за мое очко. Грац, гадбель, перелив всем чакам. ГГВП.